Итак, друзья, в продаже у нас трактор Кировец К700А. Кировец К744 и Кировец К701. Как раз капот поднял, чтобы вам быстренько все показать. Кстати, 744-го забыл поднять капот. В общем, как данные трактора собирались, на моем канале видео есть. Трактора мы собирали полностью с рамы. Тут у нас представлен 701. Вся облицовка по трактору новая. Камазовские фары светодиодные. Габариты поворот. Выхлопную воздушную оставили мы в стандарте, потому что многие жалуются, то, что если выносить на крылья, как на 744-х, мешается обзору и передвигаться по крыльям неудобно. Как бы поэтому два трактора мы собрали таким вот образом. Что касаемо кабины, кабину мы разбирали до металла. Дальше проводили пескоструйную обработку. После пескоструйной обработки рихтовочные сварочные работы. Далее малярные работы и уже сборка из новых комплектующих. Дальше уже в салон поднимемся, расскажу, ну, покажу, что там по салону. Коробка здесь, друзья, полный капитальный ремонт. Коробка нового образца, корпус фильтра снаружи. Также мы установили кондиционер. Привод также использовали от коробки. Кондиционер Терри Фрига. Полностью испаритель у него на крыше. Что касаемо трубы шарнира, труба шарнира у нас идет на плавках 2 слоя. Расточка. Дальше мы, что по раме, тоже вот рассказывал, в роликах многих рассказывал, что по трубе шарнира тут все мы под пальцы растачиваем, втулим, пальцы также изготавливаем. Это все дело соединяется. И то же самое и по оси 0,10 все так же растачивается, втулится, изготавливается палец. По кардонам, крестовина у нас, подшипники все новые. По мостам, мосты полный капитальный ремонт, новая коническая пара, сателлиты все в идеале, венец все то же самое, полуось то же самое, все в идеале. Если есть какой-то износ, это мы сразу же меняем под замену, даем гарантию на мосты, на коробку, на двигатель. Гарантии полгода, этого достаточно, чтобы уже испытать трактор. Если будет ломаться, он будет сразу ломаться. Резина, друзья, здесь БУ на 701. Если нужно, будет уже новую резину, плюс 500 тысяч. Что касаемо по цене, цена трактора у нас 5,5. 5,5 миллионов. Если нужно будет на новой резине, будет 6. Если вы свой трактор привезете на обмен, то уже цена будет 5. Цены без НДС, друзья. Что касаемо двигателя, движок мы тоже самое собирали сами. Новый коленвал установили, все навесное здесь новое. Новый радиатор. Радиатор, друзья, здесь двухрядный. Печку уже тут убрали, заглушили. Печка у нас уже в салоне. Новый капот. Камазовские зеркала. Камазовские дворники. Вот он. Сам испаритель на крыше. Ну, про что и говорил. То есть, если здесь уже будет выхлопная стоять, будет неудобно ходить и лазить. Дальше. Бак новый. Новые два ресивера камазовские. Энергоаккумуляторы 24 тип камазовские по гидроцилиндрам. Гильза, шток, поршень новая, ремкомплект новый, РВДшки все новые, электрика вся новая. По кабине установили новые уже двери. Тут стеклоподъемника нет. Идет сдвижная форточка. Новый руль. Такое вот новое сиденье, друзья.
ручник гамазовский стояночного тормоза. Ну и вот вариант печки такой использовали. Можно его также и под сиденье засунуть, кому как хочется. Но тут вот такой вот вариант использовали. Приборная панель новая. Пассажирская, изготовили сами. Это уже сиденье покупное. Управление кондером. Дворники в таком вот жестком кронштейне. Камазовская гитара, регулировка руля. В общем, все по красоте, друзья. Дальше у нас следующий трактор кировец К744. Кто смотрит меня давно уже, мы покупали 2007 года два трактора, один с двигателем Mercedes, второй с тутаевским мотором. Один мы трактор собрали, который был Mercedes, поставили 7511, трактор у нас ушел в Челябинскую область. Владимир, если смотришь, привет. Что касаемо данного трактора, сейчас спущусь, расскажу. Облицовка здесь, друзья, вся своя, родная. То есть облицовка не новая. Тоже кто смотрит, видел, мы ее песочили. Проводили рихтовочные сварочные работы. Малярные работы, окрас, три слоя. И вот такой вот красивый матовый цвет у него получился. Резина новая Нартек. По мостам полный капитальный ремонт. По коробке полный капитальный ремонт. По раме полный капитальный ремонт. Тоже видео все на канале есть. Все рассказывал, показывал. Труба шарнира полный капитальный ремонт. РВДшки, электрика вся новая. Новый гидробак. Кабину тоже рассказывал, показывал, как мы ее ремонтировали, собирали. Кстати, лестница с двух сторон у нас идет. Движок откапиталили. Движок у нас также остался тутаевский. Печка снизу пассажирского. Тут вот еще до конца ее не сделали. Это все мы доделаем. Сюда установили новое сиденье. Руль — это все стандарт, приборка стандарт, проводка, электропроводка вся новая, обшита она у нас перфорированной эко-кожей, тоже новый. Ну и в общем вот такой вот трактор у нас получается. Что касаемо по деньгам, друзья, по деньгам у нас трактор будет стоить 8 миллионов рублей уже с НДС. Также светодиодные фары и следующий трактор у нас трактор кировец К700А. Так, давайте сейчас спущусь и по нему тоже все расскажу, покажу. Кстати, на 744 слазить удобно, в отличие от 700. Данный трактор у нас собирался также с рамы. Все трактора у нас с рамы собирались. Тут уже, в отличие от 701, новая резина Wildtire. Двигатель стоит 238 ND3. Четырехрядный радиатор новый. Если нужен будет двигатель ND5, либо 7511, цена трактора составит 6 миллионов рублей. Сейчас трактор как есть по цене будет стоить 5,5 миллионов рублей. Но если вот заменить двигатель 7511 ND5, уже цена будет 6. Если свой трактор привозите, скидка 1 миллион, и по цене он выходит у вас 5 миллионов рублей без НДС. Облицовка также все новое.
Тут уже у нас плюшка такая есть, площадка обслуживания гидробака. Кондера нет. Кондер можно будет установить, кому надо. Коробка нового образца, корпус, фильтр снаружи. Уже в салоне лазить, обслуживать не нужно будет. По навеске забыл сказать, новая навеска. Коническая пара здесь новая. Также энергачи, ресиверы камазовские. Ручник стояночного тормоза камазовский. Гильза, шток на гидроцилиндрах, поршень новый. По карданам крестовина, подшипники все новое. По салону, по кабине дверь нового образца с движной форточки, стеклоподъемника нет. Печка также, как и на 701. Сиденье чуть-чуть уже с высокой спинкой, как на 744. На 701 короткая спинка. Вот он, ручник. Руль, все то же самое. Дворники, все то же самое. Год 91. В общем, вот такой вот у нас красавчик, вернее, три богатыря, три красавчика у нас в продаже. Так что, кому нужно, номер телефона в описании, звоните, пишите, спрашивайте, привозите свой трактор, обновляйте свой автопарк, пока трактора есть. Скоро начнется сезон, друзья, успейте приобрести. С вами был Эльдар Мухаметов. Подписывайтесь на канал, кто смотрит меня впервые. Обязательно жмите лайк и жмите колокольчик снизу видео, чтобы уже не пропускать новые видео. А я с вами прощаюсь на сегодня. Всем пока-пока. И ждите новые видео. До встречи в новых выпусках.